Уже третий сенатор-республиканец Конгресса США отказался голосовать за отмену медицинского страхования Обама-Кэр. Им стала Сьюзан Коллинз от штата Мэн. Республиканцы занимают 52 места из 100 в Сенате и могут позволить себе лишь 2 голоса против. Сьюзан Коллинз заявила о своем решении в понедельник вечером после дебатов, которые проходили на фоне бурных протестов. В законе о доступном здравоохранении Обама-Кэр есть много проблем, которые необходимо исправить. Но мне ясно одно. Законопроект Грэма Кэссиди не тот ответ, который нам нужен, сказала Коллинз. Законопроект Грэма Кэссиди, вынесенный на обсуждение республиканцами, предусматривает отмену Обама-Кэр, передачу финансирования всем 50 штатам на разработку собственных программ в сфере здравоохранения, а также сокращение федерального финансирования программы малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями.